Иностранцы могут получить возможность регистрировать других в своем жилье. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности предложила ввести поправки в законодательство о миграционном учете. Согласно им, граждане иностранных государств должны получить право регистрировать других иностранцев в своих квартирах. Согласно же действующему законодательству, иностранные собственники могут зарегистрировать в своих квартирах только себя. Исключение российские законы делают для высококвалифицированных специалистов в России. Им также позволено прописать в своем жилье своих родственников. Авторы поправок отмечают, что на иностранных собственников жилья так же, как и на россиян, будет распространяться ответственность за фиктивную регистрацию. Гости, проживающие в квартирах иностранцев, должны иметь законное основание для пребывания в России. Таким образом, устроить из своих квартир так называемые резиновые у иностранцев не получится. Согласно статистике Росреестра, в 2018 году в России были зарегистрированы свыше 24 тысяч сделок иностранных граждан с жильем. За половину 2019 года таких сделок было 14 тысяч. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. До новых встреч, друзья!